Привет, ребят! Сегодня я зашла в Эверше посмотреть на новинки. Хотела посмотреть новинку Маной. У меня уже есть молочко для после загара, увлажняющее с Маной. И сейчас появились гели для душа. Вот такие вот. Они идут без сульфатов. Это очень классно, мне кажется. И можно использовать и для волос, и для тела. Аромат такой, знаете, если не любите сильно насыщенные ароматы, то вам может не понравиться. Но, в принципе, если вы любитель таких ярких ароматов, то очень приятный, со сладостью, немножко пудровый. Вот аромат идет. Очень мне нравится, кстати, стильная такая упаковка. Она не яркая и смотрится очень стильно. Есть также из этой серии скраб. Тоже красивенький такой. Тут мелкие частички, по-моему, кокоса. То есть он должен интенсивно так хорошо скрабировать. И тут везде идет масло Маной, то есть это будет уже увлажняющий эффект. И, кстати, вот такое вот сухое масло для тела. Мне, в принципе, нравится сухое масло, потому что оно не такое жирное, как обычное, очень хорошо впитывается. Ну, с таким же ароматом идет. И самая такая интересная новинка – это вот такой вот спрей для волос. Я слышала, кстати, о нем уже отзывы, смотрела видео, что не всем он нравится, но тут, оказывается, это соляной спрей, и когда вы наносите, он делает такую небольшую как бы фиксацию волос и небольшую укладку, и получается как такая, такие пляжные локоны. Тоже, в принципе, мне кажется, интересно. Я так поняла, его наносишь, ручкой немножко сжимаешь волосы, и получается такая пляжная волна, так скажем. Так что интересно, кстати, будет попробовать. Вся серия, мне кажется, смотрится очень стильно. Если брать на подарок, то, мне кажется, многим понравится. Также появилась новинка для волос. Это бальзам несмываемый. Раньше, вы знаете, были... Ну, они сейчас есть вот такой дневной крем для волос и ночной. Это идет бальзам. Тут, как я так поняла, собрано все вместе. То есть можно использовать и как дневной, и как ночной уход. И он также, ну, мне он нравится тем, что вы когда наносите, волосы сразу приходят в порядок, их легче расчесать, они более такие вот послушные, мягкие и меньше запутываются. Из новинок также вышла новая обновленная серия для чувствительной кожи, она идет уже с ромашкой. Тут есть вот такой вот крем увлажняющий, питательный бальзам, и вот это интересное средство, это идет зеленый крем, то есть если у вас какие-то покраснения есть, то он будет их нивелировать. Очень прикольно, сейчас его нанесу и вам покажу. Вот такой он зеленый, но если его растушевать, он, конечно, будет не такой насыщенный, сейчас вам покажу. Видите, я растушевала, его практически не видно, то есть он выделяться на лице не будет, но кожа немножко стала светлее, так что я думаю, это средство должно работать. Вот, девчонки, также вышли обновленные мини-маски. Вот такой вот гамаш. Он, оказывается, еще должен улучшать цвет, оттенок, цвет кожи, в общем. Вот такая вот маска с ромашкой будет успокаивать, но это логично. И с календулой это будет глубокое питание, насколько я поняла. Очень прикольная, кстати, маска вот эта вот с мятой. Я, кстати, думала сначала, что это будет, ну, как очищающая маска с глиной была, но она нет, она идет с мятой, она, я так поняла, будет еще и хорошо освежать, тонизировать. Посмотрите, какая текстура. Прикольная такая текстура, гелевая, видите? Я думаю, это что-то новое и очень интересное. Так что советую вам тоже присмотреться к таким новинкам. Также, девчонки, сейчас очень много скидок у Эверше, до 50%. Есть уход для ног вот с 50% скидкой. Это очень классное средство для ног. Это как бальзам питательный. У него приятный аромат. И вот для рук универсальный тоже, я думаю, вы знаете эти крема. Так что, девчонки, вот такие были новинки. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях, пробовали ли вы их и как они вам. Так что всем хорошего настроения.